Ох! Дед Егор? Василиса! Ох, Господи Иисус, я заждался уже, весь истушился. Срок мог выйти. Ты где была-то? Ой, дедушка, я тут, все хорошо. Меня леший водил, да я выбралась. Не зря же ты меня учил. И печать открыла. Вот как? Ну ладно, успеем. Я уж думал, старый знакомый наш до тебя добрался. А нет, не он. Александр? Ну, я-то старые трюки помню. Жало сломил, ушки отломил и иглу в притвор. Поймал его? Поймал. Да он скрылся. Бесы помогли. Я-то уже не чертистый. Почти. Ничего. Я до него сама скоро доберусь. Доберешься, это я не сомневаюсь. Раз ты здесь, я сейчас Николая вызову. Свадьбу надо заканчивать, пока Абдериха за своей дочуркой не вернулась. Чувствую, скоро уж и срок будет. Ничего, сегодня же их обвенчаем. Я время не терял, отшептал нашу парочку, заживут как след. Этот Александр, раз свадьбу портить начал, остановиться не сможет. Как венчать начнем, сам объявится, черти потащат. Да, я его у Троицкой церквы-то и встречу. Ты только не увлекайся парнем-то своим новым. В погоню-то не бросайся. Про печать не забывай. Какой он мне парень? Ты чё, дед? Да и на Ивана же печать следующую открывать. Ну, так осталось-то. И недели нет. Как? Я думала, еще с запасом. Говоришь, леший водил? Хорошо, что ты сейчас вышла, а не через год. Сама знаешь, как бывает, да? Погоди, если времени в обрез, надо обряд готовить скорее. А, помнишь учение, значит? Да, нужны нити из монастыря, полотенце престольное, нож пасхальный и свечи из сала человека, которого лихорадки трясли. Не зря я учил. Молодец. Но не страшись, Вася. Я загодя поиск начал. Держи нити монастыревые. Не испугаешься? Я не остановлюсь на полдороги. И другие предметы раздобуду. Мы почти у цели. Я знаю, что ты виноват в смерти Айратовой жены. Ты огненного беса прислал, который ее и задавил. И что с того? Ты будто чертей не посылаешь. Мало ли, что они там творят.
Так за всем не уследишь. Я это тоже только потом понял. А на лешего списал, чтоб денег подзаработать. Время было непростое. Или ты предпочла бы с голодухи сама помереть? Ой, ладно, что было, то прошло. Сейчас-то он с ней повстречается, наконец. А все-таки страшный это обряд. Конечно, потому никто из знатких и не ходит с этим цветком. Все бы такого хотели, помощника. Только те, кто отваживался, всех сатана и задавил. Думаю, справлюсь. Я их уже много повидала. Да, кому-кому, а тебе эта задача будет по плечу. Купало-то у порога, а мы готовы будем. Думаешь, где нам найти все эти вещи? Пока и сам не знаю. Нить-то я на ярмарке смог купить, а остальное, вон, поди, отыщи. Думаю, в Троицкой церкви и найдем. Священник поможет. А не поможет, так... Уговорим. Ну, за дело, чтоб не опоздать. Иди за Колей, а я в книге заговоры подготовлю. За дело.
Пшел прочь! Ну, пшел! Теперь вороньем летать будете! Тьфу-ти. Или работа тебе не дана! Вон, во двор иди, щепки пересчитай! Погоди, дедушка, это сын Ворсы. Я из Немзи его взяла. А? Ну, прости уж старого, зрение не то. Добро пожаловать в нашу избу. Тар, тар! Что уж там что? Знаю, бесы адовы любой облик принять могут. У нас научились, у нас! Тар! Что сейчас с братом твоим станет? Филимону больше лет, больше. Он наследник, он не мертв, нет. Скоро вновь объявится. Будет отцу помогать, учиться уму-разуму. Он проснулся, значит, подучит его, подучит. А не спрячет ли он Немзю обратно-то? Это как знать, как. Кар! Кар! Расскажи мне побольше о вас, о леших. Мы тут давно в лесах. Еще до того, как первые люди пришли. Тогда-то все леса были. Мало полей, мало таких зверей, как вы. Мало. Какие мы тебе звери? Кто тогда? Кто? Говорить только умеете, как мы. Как мы. Потом первые из вас появились со своими новыми духами. Чудской нечистью, покойниками. А после и ваши подтянулись. Бесы. Да нам что, лешим? Мы в лесу живем, своим делом заняты. Вы хоть и живность, но нам не подвластная. Нет. Только в лесу можем шутки сыграть. Кар! Кар! Мало про себя-то рассказал. Ты ведь сын Ворсы, так? Так, так. Ворса жен берет себе. Часто из вашего зверья людского. Тогда рождаются лешаки, как Филимон. А иногда и звериных жен берет. Так и я появился. Я! У Ворсы хозяйство, как у любого лешего. И за ним следить надо. Да только наш уснул хозяин. Запустенье настало. Раздор! Раздор! Кар! Кар! Как тебе моя новая шерстка? Я даже... Да ты мне... Разве они могут мне навредить? Василиса, жива! Я как вернулся, так думал, все, не стало тебя. Простите, дорогие, не сберегла я вашу свадьбу. Ты что, шутишь, Вася? Без тебя ее б вообще не было. Да и знаем мы, что не ты виноват, а барин тот. Если б не ты, так и ходить коленьки волком по лесу. Торопиться надо. Раз Василиса тут, обвенчаем вас сегодня же. Я за вами заеду. Вечером в Вильгарте и обвенчаем. Не объявится больше, колдун тот? Думаю, объявится.
Но теперь я подготовлюсь. Пока вы будете обряд свой проводить, я его у паперти и встречу. Спасибо, Васенька, мы тогда собираться начнем. Нужно все-то успеть. От кикимора не дождешься пряжи. Ну, бог в помощь, не будем медлить. Василиса, Егор Евлампович, бог в помощь. Помогай, Господь. Слышала, что ты вернулась, так поблагодарить зашла. Кабы не ты, бегала бы я волком, пока Господь бы посланника не отправил. Знаю, что ты помогла. Мне так дедушка сказал, который из лесу ты вывел. Я ему гостинцев дала. Ой, да ты от меня держи гостинцы. Немного, но чем богато, то и принесла, так. Ну, увидимся вечером в церкви от вашей. Чё мы в избу-то эту страшную идём, Акуля? Тихо, дурнина. Благодарить кто будет? Ой, Васенька. Здравствуй, дедушка Егорушка. Ну, здорово, детвора. Спасибо, Василисушка, что петрушку-то расколдовала. Спасибо, Василиса. Вот тебе свистульку отдам. От колдунов помогает. Пойдем мы, а вечером, наконец, обвенчаем Николая. Василисушка, как ты все умеешь? Вот бы и мне так научиться, я бы Петьку-то сразу спасла. Помнишь, как мы порчу-то искали, Петрушка? Да я особо и не помню, что было. Знаешь, что свадьбу надо сберечь? Этим-то и займемся. Аккуратнее там! Куда попало, не лезьте! Да знаем!
Здорово, Васька. Ну, опять ты меня выручила. Вот, принес я, что уж было. Как ты сам-то? Все помнишь? Ага, благодаря тебе. Знаю, не хотела ты меня в дружках видеть. Ну, кругом права, что скажешь. Я-то твои слова крепко на сердце положил. Так и сделаю, как советовала. Ладно, свадьба у Коляна не закрыта, так готовиться надо. Хоть венчание-то проведем с полным светом. Ну, в церкви свидимся. Слава богу, на месте вы. Меня от всей деревни прислали. Беда у нас. Без знатких-то как? Вот гостинцев насобирали. Все. Такая жара, но не стоит-то. Ага. Да вот и ходим мы с колотушкой, чтобы не было беды-то. А то сгорим все ночью-то. Ой, да как идти-то надо? Вот пошли. Да кто как? Хорош причитать уже. Говори толком. Ага, так вот. На медне моя очередь колотушкой ходить выпала. Я и пошла к Авину своему. Недавно мы прибыли с северов-то. Иду, а темень-то и как манит кто. Сатана, он все знат. Человека-то искушат. Вот и пришла к Авонам. Напросилась все по чину. Заглядывая внутрь-то, а там шевелится что? Я читаю, да воскреснет Бог, а мне в ответ, да растреснет лоб. Ой, прости, Иисусе, ужас взял. Я дальше, и расточится в рази, а мне, да раскачается осина. Я бегом, сатана там, а винник недоброе задумал, сердцем чую. А ведь носили черту и водки, и хлеба. Да все бесам мало. Хорошо. Если будет время, заглянем в ваши авины. Ох, спасибо, матушка. Век Бога молить будем. Ну, как там твои печати? Уже скоро все будет открыто. Думаю, в срок успей. Лето успело разыграться, пока вы были заперты у немзинского лешего. Вечер наполнен звуками цветущей природы и приближающегося солнцестояния. Чем ближе этот древний праздник, тем тоньше граница между мирами. Так и сейчас. У Колвинского берега вы чувствуете новых бесов.
Вы видите человека, задумчиво идущего к реке в лучах заходящего солнца. Он бросает на вас пронзительный взгляд и продолжает путь, вглядываясь в сверкающую вдали колву и что-то бормоча. Бог в помощь. Можешь не распинаться, колдунья. Знаю я тебя. Я много чего знаю. Так только дела мне до этого нет. Я в своем познании и без твоего колдовства настолько преисполнился, что будто уже с сотворения мира больше 5000 лет тут живу. Да хоть у тебя книги, хоть чертей сотня, мне дела нет. Я здесь для того, чтобы созерцать бесконечно вечное. А с тобой говорить что? Трата времени. Ты со своими бесами иди суетись, это твой путь. А я пошел наслаждаться прекрасным летним закатом на берегу Колвы нашей. Только холодная она еще, не прогрелась. Ну все, иди своей дорогой, а мне к реке пора. Пока вы раздумываете над загадочными словами этого человека, он скрывается в теплой закатной дымке. Неужели его речь была не такой уж бессвязной? Навстречу вам выходит едва знакомый колдун. В его руках вы видите красивую черную суму, темную как ночь. Не к добру это. Василиса, ты ли это? Вот как обоскуша-то девка выросла! Ну, загляденье, а я сразу-то и не признал. Ах, и хороша! Такой девке-то нужна с ума хорошая, а нашему брату и подавно. Книги таскать, да чудо! Колдун протягивает вам свою торбу. Вот тебе задешево отдадим. Эй, нет! Мало ли что там у тебя в торбе-то. Сам с ней ходи. Тьфу на тебя! Ладно, другом тогда кому отдам. Ну, бывай! Подойдя к старому мосту, вы понимаете, что и здесь поджидает нечистый, неумело прячась среди подгнивших балок. Этих бесов вы уже видели в судьбоносный вечер вашего сражения с Александром. Вы не оставляете бесам шансов. Первый заговор за вами.
По дороге к Авинам вы заглядываете в ту самую баньку, из которой вызволяли невесту Николая. Полумрак пронизан напряжением, а воздух пахнет будто грозой. Наверняка Абдериха скоро вернется к своему угрюмому существованию под полком. После события на Полюде вам в голову приходит странная идея. Не сжечь ли эту баньку со всей нечистью? Вот только нет уверенности в том, что это изведет бесов. Вы выходите на свежий воздух. Наверное, не стоит волноваться, ведь уже сегодня Абдериха потеряет власть над невестой. По дороге к Авинам вы заглядываете в ту самую баньку, из которой вызволяли невесту Николая. Полумрак пронизан напряжением, а воздух пахнет будто грозой. Наверняка Абдериха скоро вернется к своему угрюмому существованию под полком. После события на Полюде вам в голову приходит странная идея. Не сжечь ли эту баньку со всей нечистью? Вот только нет уверенности в том, что это изведет бесов. Вы разводите огонь, и высохшие на жаре бревна быстро подхватывают пламя. Вы направляетесь к выходу, но несколько одержимых угольков преграждают путь. Нужно торопиться, пока не завалило бревнами.
По дороге к Авинам вы заглядываете в ту самую баньку, из которой вызволяли невесту. Вы разводите огонь, и высохшие на жаре бревна быстро подхватывают пламя. Вы направляетесь к выходу, но несколько одержимых угольков преграждают путь. Нужно торопиться, пока не завалило бревнами. По дороге к Авинам вы заглядываете в ту самую баньку, из которой вызволяли невесту Николая. Полумрак пронизан напряжением, а воздух пахнет будто грозой. Наверняка Абдериха скоро вернется к своему угрюмому существованию под полком. После события на Полюде вам в голову приходит странная идея. Не сжечь ли эту баньку со всей нечистью? Вот только нет уверенности в том, что это изведет бесов.
Вы разводите огонь, и высохшие на жаре бревна... По дороге к Авинам вы заглядываете в ту самую баньку, из которой вызволяли невесту Николая. Полумрак пронизан напряжением, а воздух пахнет будто грозой. Наверняка Абдериха скоро вернется к своему угрюмому существованию под полком. После события на Полюде вам в голову приходит странная идея. Не сжечь ли эту баньку со всей нечистью? Вот только нет уверенности в том, что это изведет бесов.
Вы разводите огонь, и высохшие на жаре бревна быстро подхватывают.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова